Ребята, пришла с работы. Хочу показать, что купила для своей дачи. А ты не нюхай. Цветочки посадить. Лук-батут. Лук-батут. Так, щавель обязательно. Огурчики. Салатик. И цветочки. Это будут в сентябре. Сначала будут зелененькие, потом будут такие красненькие. Это снежный шар 30 сантиметров в высоту. Цинния. Красота какая, да? Ой, так я еще и укроп купила. Вот, будем на даче садить. Больше всего вот эти хочу посадить. Вот эту вот красоту. А еще я себе купила. Секатор. Ну, фу, китайский вонючий. Продайте, какой, не знаю. 2 рубля. 2 с чем-то покупала в маяке. Не знаю, что, конечно, он почикает. Короче, еще ничего не обрезала. Но уж, наверное, сломать хочу. Вот такие дела. Не стыдно? Расскажи мне, не стыдно? Смотрите, что вытащил. Видите, что? Конфетки. Бесстыжий. Ой, бесстыжий. Все найдет, все откопает. Да? Ласки хочет. Ой, хочет ласки, моя собака. Моя собака хочет ласки. Ну все. Это моя зайка будет кушать. А что это ты решила покушать? За зайки моя. За какие? Я закончила четверть на девятку, на девятке восьмерки и одну десятку. А Чарлуша за что будет есть пиццу? Не знаю. Будет просто советовать? Да. Ну как, вкусненько? Очень-очень. Ты любишь пиццу? Какая она сегодня красивая пицца. По-моему, у нас еще с ним мороженое. А какой ты нам купил мороженое? А ты за что будешь пиццу есть? А мы будем есть пиццу за то, что мы просто есть. Правда, Чарли? За то, что он Чарлуша, а я мамуся.